Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручал награды за вклад в развитие Нижегородской области. Государственные награды получили 30 человек. Люди говорят, что если ты с удовольствием идешь на работу, а потом с удовольствием возвращаешься домой, это и есть счастье. Вот это про меня. У меня дочь работает врачом эндокринологов в 13-й больнице. У меня внучка учится в Москве в медицинском институте имени Пирогова. Вторая внучка собирается поступать в медицинский институт. Вы собственным примером показываете, какие блестящие могут быть результаты, если объединить талант, трудолюбие и искреннюю преданность делу. Уверен, здесь, в торжественной обстановке, каждый из вас чувствует гордость. Гордость не только за значительные результаты в самых разных отраслях, промышленности, здравоохранения, культуре и других, но главное за людей, которые работают с полной самоотдачей, за наш общий результат. Ее достижения, которые были неоднократно отмечены на федеральном уровне, безусловно, в том числе и ваши заслуги каждого из вас.